приступаем к принятию водных процедур в солевом растворе Баскунчакского озера. Ты боишься, что они засолятся? Да я думаю, что они хоть и воду непроницаемые. Но не соли непроницаемые. Жишок, да. Окружение в воду соленостью 300 миллиграмм на литр. Да. Неважно. Отлично, что я никуда не пойду. Ложись. Боль. Слушай, прикольное ощущение. Боль. Там какая глубина? Тут не глубоко, но вот так я лежу на воде. А живот где лежит? Не, ну на воде, я не касаюсь, на. Тут мелко, но я плыву. Счастье. Какая крутизна. Плыву. Вот. И тут я плыву, хотя здесь. Здесь уже некуда плыть, но Леша все еще плыл. Тут уже не плыву. Там плыву, здесь не плыву. Говорил, купальный сезон закончился. Смотри, сколько народ купается. Толпы. Холодно уже. Кому холодно-то? Леха у нас в Ялте купался на Новый год. Его волной окатил с ног до головы вместе со шмотками. Ничего. Он ж не сразу домой пошел. А море как же? Соль там другая соль. Слушай, а вот на дне это же соль тоже, да? Вот. То есть везде соль, просто везде как бы. Соль вообще. Которая прикидывается песочком якобы. А, хоть это передон.